Сразу после торжественной линейки в честь Дня знаний прямиком в кино. Возле Адлерского кинотеатра «Комсомолец» целая очередь из счастливых школьников. Сегодня на мультики и фильмы можно пойти без билета. Вход в кинотеатр для этих ребят абсолютно бесплатный. Такой подарок в честь Дня знаний адлерским школьникам сделала депутат городского собрания Сочи Анжела Селюкова. Только что вот пришла с линейки с 59-го лицея, у них в этом году юбилейный год, 55 лет лицею, и мы от лица нашего комитета подарили им, каждому классу подарили по ноутбуку. Ну и, конечно, для социально незащищенного населения, для тех деток, которые чувствуют себя уютно, комфортно в наших кинотеатрах, мы проводим эту акцию с удовольствием. Хотим сделать уже традицией, не только по праздникам, там последний звонок 1 сентября, но чтобы эта социальная тема была каждую неделю. Отмечать любимые детские праздники в кинотеатре для школьников Адлера – это уже давняя традиция. На показ фильмов их бесплатно приглашают несколько раз в год. Обычно это День защиты детей и День знаний. Такому подарку рады не только дети, но и их родители. Да, это очень прекрасно, даже замечательная идея, что можно в этот замечательный день, радостный, событий такой, отправить по возможности ребенка, дать еще продолжение праздника, который был в школе на линейке. Спасибо огромное Анжеле Альбертовне за такое участие. Ну а первоклассники получили в качестве подарка от депутата городского собрания Сочи не только билеты в кино, но и наборы канцтоваров. В пакете все, что необходимо первоклашке для учебы и творчества. Теперь подобные праздники в Адлере будут проводить еще чаще. В кино бесплатно пригласят не только ребят из малообеспеченных семей, но и тех школьников, которые учатся на отлично и активно проявляют себя в творчестве и спорте. Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.